Экибастузская ГРЭС-2 – самая молодая тепловая электростанция в Казахстане. Ее первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1990 года. Это совместно казахстанско-российское предприятие на паритетных началах принадлежит российскому открытому акционерному обществу «Интеррау» и казахстанскому акционерному обществу «Самрук-Энерго». ГРЭС-2 производит около 7% всей электроэнергии Казахстана, обеспечивает энергией стратегические предприятия «Байконур», «Казахстанские железные дороги», «Канал», «Иртыш-Караганда». Каменный уголь для ГРЭС добывают из крупнейшего в мире месторождения – угольного бассейна Экибастуза с уникальной концентрацией угля – 10 миллиардов тонн на 155 квадратных метров. Обычно такое колоссальное количество угля растягивается на многие километры. Выброс дымовых газов в атмосферу осуществляется через дымовую трубу высотой 420 метров. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире. Электростанция способна вырабатывать 1000 мегаватт. Еще вчера этой мощности казалось достаточно, а теперь в связи со стремительным техническим прогрессом станция уже не покрывает спрос на энергоресурсы. И в 2010 году начинается масштабная реконструкция ГРЭС с установкой современного третьего энергоблока мощностью не менее 500 мегаватт. Общая стоимость проекта – 800 миллионов долларов. На паритетных началах его финансируют Евразийский банк развития и Внешэкономбанк. Они предоставили станции 15-летний кредит на сумму 770 миллионов долларов. Ранее, в 2007 году, Евразийский банк развития открыл первую кредитную линию в 93,5 миллиона долларов на программу улучшения технического состояния станции. Благодаря модернизации в 2013 году был перевыполнен план выработки электроэнергии на 2,5%, а также достигнута рекордная за все время работы станции годовая выработка – 6,28 миллиарда киловатт-час. Ввод в эксплуатацию третьего энергоблока запланирован не позднее 2017 года, после чего ГРЭС-2 на 60% увеличит свою мощность. На станции Экибастузская ГРЭС-2 работают более 50 трудовых династий энергетиков. Сохраняются они в первую очередь благодаря стабильности предприятия. Реализация проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2» поспособствует повышению энергетической независимости и энергобезопасности Казахстана, обеспечению растущих потребностей в электроэнергии и увеличению экспортного потенциала.